дорогие друзья, и, как я и обещала, сейчас будет замечательный праздничный концерт, и, конечно, нашим гостям, вообще артистам, всегда нужны ваши дружные аплодисменты. А я приглашаю на эту сцену ведущего сегодняшней концертной программы, артиста театра и кино Олег Масалев. Встречайте, пожалуйста, вы его сразу узнаете. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать в этом замечательном зале. Ну и, конечно, хочется начать наш сегодняшний праздничный концерт с поздравления. Сегодня большой праздник. День России! Ну и, конечно, мне хочется поздравить весь личный состав моряков-черноморцев, наших ветеранов, всех жителей и гостей города с этим замечательным праздником. Всем нам мира, добра, счастья и голубого мирного неба над головой. Ну и сегодня у нас действительно будет замечательный концерт. Буквально позавчера в Ялте проходил конкурс. Все участники нашего сегодняшнего концерта были номинированы на самые первые высокие строчки. Они заняли первые места в этом конкурсе. И сегодня у нас в программе будет принимать участие лауреаты международных и российских конкурсов Анастасия и Михаил Казаковы. Также образцовый детский коллектив театра танца «Гармония», хореографический ансамбль «Арабески» из города «Орел» и также ансамбль «Улыбка» из города «Орла». Ваши аплодисменты. И мы начинаем. И первый номер нашего сегодняшнего концерта – попурри на тему детских песен. Давайте все немножечко вернемся в детство. Я думаю, всегда это будет всем приятно. Анастасия и Михаил Казаковы и театр танца «Гармония». Попурри на тему детских песен. Oh!
Анастасия, Михаил Казаков и театр танца «Гармония». Ну что ж, а мы продолжаем. Находясь здесь, на Черноморском побережье, сейчас мы с вами окунемся в мир танца. Матросский танец. Театр танца «Гармония». Ваши аплодисменты. Конечно, вам всем знаком порт. Вы все прекрасно знаете, что же там происходит. Но а что увидели своими глазами наши сегодняшние участники? Итак, песня «В порту». Анастасия, Михаил Казаков и театр танца «Гармония». Которую вначале
Анастасия и Михаил Казаковы и театр танца «Гармония». Сейчас на сцену выйдут наши участники, которые еще не появлялись здесь. Солистка ансамбля «Арабески» Полина Евтеева исполнит вариацию на тему «Кошки». Итак, ансамбль «Арабески». Встречайте! Солистка ансамбля «Арабески» Полина Евтеева. И следующий номер «Влюбленный солдат». Песня, которую исполнит Михаил Казаков и театр танца «Гармония». Естественно, под ваши аплодисменты. «Гармония». У каждого человека, наверное, есть свое любимое время года. И сейчас давайте немножко вернемся назад в весну. Для кого-то именно это время года самое-самое желанное. Итак, песня «Весна». Анастасия Казакова и театр танца «Гармония». Ваши аплодисменты.
Все вокруг чудесно и волшебно, но прохожий злится и ворчит. Вот ручей журчит, а неизвестно, для чего и почему журчит. Налетел и пробежал моложе, мелкой рябью ветер разгорник. А ворчун надвинул кепку дуже, и сердито поднял воротник. Ему эта весна ни к чему, и песня не нужна никому. Анастасия Казакова и театр танца «Гармония». Ну а сейчас, дорогие друзья, давайте все-таки вернемся из весны в зиму. Вот так пошли мы по временам года. Вариация зимы из балета «Золушка». Солистка ансамбля «Арабески» Полина Евтеева. Встречайте! Солистка ансамбля «Арабески» Полина Евтеева. Ну а сейчас, дорогие друзья, номер, на мой взгляд, прямо в сердце нашего сегодняшнего концерта. Потому что сейчас прозвучит песня «Севастопольский вальс». И, конечно, для вас ее исполнят Анастасия и Михаил Казаковы. И театр танца «Гармония». Итак, «Севастопольский вальс». Встречайте! Тихо плещет волна, ярко светит луна.
Севастопольский вальс, Анастасия Михаил Казакова и театр танца «Гармония». Ой-ой-ой, замечательно. Ваши аплодисменты. Ну и сейчас старый добрый вальс. Я хочу пригласить на эту сцену ансамбль «Арабески». Встречайте! Ансамбль «Арабески». Спасибо, ребята. Ну, а сейчас на этой сцене, не побоюсь этого слова, прозвучит уже песня из мирового репертуара. Итак, сейчас вы услышите песню «Памяти Каруза». И я хочу пригласить на эту сцену вновь наш замечательный дуэт Анастасию и Михаила Казакова. И, конечно же, им помогут ваши аплодисменты и театр танца «Гармония». Встречайте! Thank you.
Анастасия Михаил Казакова и театр танца «Гармония» памяти Каруза. Ну а сейчас перемещаемся в подмосковную сторону. Итак, подмосковная сторона. И там зажигает, не побоюсь этого слова, театр танца «Гармония». Только первая заря взошла, а солдат уже на посту, встают рано наши военнослужащие. И сейчас номер «У зари». Анастасия Михаил Казакова и театр танца «Гармония». Ваши аплодисменты. Много ясных звезд.
Анастасия, Михаил Казакова и театр танца «Гармония». Ну что ж, дорогие друзья, считанные минуты остались до конца нашего сегодняшнего праздничного концерта. Остался у нас последний номер, и напоследок для вас мы решили показать своеобразное попурри. Попурри на темы советских песен. Я думаю, что все мы, кто находится сегодня в этом зале, очень любим наши советские песни, какие-то отрывки, может, все это связано с кинофильмами, постоянно напеваем по жизни. И вот сейчас последний номер нашего сегодняшнего концерта. Попурри на тему советских песен. И Анастасия, Михаил Казаковы и театр танца «Гармония» вновь я приглашаю под ваши аплодисменты на эту сцену.
Анастасия и Михаил Казаковы, театр танца «Гармония». И под ваши аплодисменты давайте еще раз вспомним, кто же принимал участие в сегодняшнем праздничном концерте. Анастасия Казакова. Михаил Казаков. Педагог Ариза Бенина. Образцовый детский коллектив театра танца «Гармония», город Москва. Руководитель Полякова Елена, педагог Филатова Ирина. Географические ансамбли «Арабески» и «Улыбка», город Орел. Руководитель Марина Нечаева. Ребята, выходите на авансцену. Вам аплодисменты. Ну и сейчас я хотел бы пригласить на эту сцену инструктора Дома офицеров, заслуженного работника культуры России Людмилу Комарову. Спасибо, Олег. Дорогие друзья, вы знаете, когда есть праздник, есть гости, приятные гости, желанные гости. Мы всегда искренне рады нашим артистам. Дети с Казани к нам приезжают, созвездие Елдызлык, созвездие именно. Мы всегда им тоже радуемся. И вот сегодня, в этот праздник, День России, к нам приехали ребята из Орла, из Москвы. Они отдыхают здесь, в Крыму, набираются сил нашего крымского солнышка. И, конечно, это посмотрите, какие они труженики. Даже в каникулы они так трудятся. Ваши аплодисменты. Настюша, Миша, улыбнитесь хоть чуть-чуть. Ну, такие они серьезные, сосредоточенные. Вы знаете, настоящим профессиональным-то артистам ведь сложно за одну песню переодеться, они падают в обморок. Что вы, за один номер мы никогда в жизни не переоденемся. А эти ребята говорят, мы все успеем, и быстренько, раз, два, и готовы. Поэтому я искренне им желаю только набраться здоровья, счастья, чтобы они были хорошо учились, самое главное, были здоровы. И, конечно, мы всегда будем вас видеть у нас, в нашем славном городе-герое Севастополе. Приезжайте. И вот сегодня в зале моряки-черноморцы, ветераны нашего города. Те, кто пришли сегодня в этот праздничный день, вас увидеть и услышать. Я, с вашего позволения, от имени заместителя командующего Черноморским флотом по работе с личным составом капитана первого ранга Ореховского Юрия Ивановича, хочу вручить им грамоты. Вчера Мишеньке и Насте командование, командующий флотом, вручил замечательное... Да, я хочу сказать, что эти ребята талантливы во всем. Они не только хорошо поют и двигаются на сцене, настоящие артисты. Они великолепно рисуют, пишут картины. И они вчера подарили две свои картины. И Настя, и Миша еще великолепно рисуют. И подарили замечательные этюдники, с которыми теперь они будут уже осваивать мастерство живописи маслом. Да, Миша? Точно? Настюш? И я им хочу вручить персональные грамоты. Награждается Михаил Казаков за яркие, красочные выступления в концертных программах, посвященных Дню России, для моряков-черноморцев, проявленные при этом инициативу, творчество и, самое главное, старание. Мишенька, это тебе. Настюшенька, и тебе грамота. И грамота вручается, награждается театр танца «Гармония». Руководитель Полякова Елена Гавриловна. Елена Гавриловна, идите сюда. Спасибо вам большое. Вы просто замечательный руководитель. И прекрасные у вас дети, прекрасный коллектив. И ансамбль «Арабески». Руководитель Нечаева Марина Валентиновна. Марина Валентиновна, и вам грамота за участие в праздничных концертах для моряков-черноморцев. Ну что, мои дорогие, спасибо нашему прекрасному ведущему. Я думаю, что вы его, наверное, узнали на экранах телевидения. Он часто появляется в сериалах, да? Точно? Есть такое. Ну вот, в следующий раз, когда увидите, скажете, а мы его живьем видели. Вот, я за него даже вот подержусь. Спасибо вам большое, чистого мирного неба над головой. Говорят, что на свете все не бесконечно, от океана до ручья, но если что-то в мире вечно, то это Родина моя. Спасибо, с праздником, до новых встреч. Большое всем спасибо, с праздником. Пройти сумеем 100 путей, но среди них наш путь один.
сердце метко, идти дорогой прямой. Так легко и свободно, круче всех впереди. Умным быть это модно, ты ведь с нами иди. Ты сильный будь, ты будь смелей, пройти сумеем 100 путей.